Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Мотобустер, и это рубрика «Спорт за сотку». В этой рубрике мы будем рассматривать спортивные мотоциклы до 100 тысяч рублей. А ты подпишись на канал, поставь лайк, и мы погнали. Первое объявление будет Suzuki Bandit 250 всего лишь за 48 тысяч рублей. Давайте рассмотрим это объявление. Давайте рассмотрим сначала фотки. Фоточки так подетальнее. Видно, что некоторых пластиковых элементов не хватает. Спидометр только один, тахометра нету. Ну, небольшой колхоз. Ну, 48 тысяч рублей, что вы хотели. Продам Suzuki Bandit 250 первого поколения с документами. Требует ремонта, косметика. Заводится ей, резина подустала. Проблемы по косметике на фото. Нет фары и панели приборов. Мелкие недочеты по электрике. Вилка подтекает, сальники вилки лежат новые. Положение 15 тысяч рублей. Цена окончательная. В процессе ремонта будет дорожать. Обмен торга нет. За такой мод, если он на полном ходу, со всеми документами, можно отдать 48 тысяч рублей. А мы переходим к следующему объявлению. Давайте его подыщем. Смотрите. Кавасаки, наверное, брать не будем, потому что у нас зейзеров очень много. Потом, еще чуть попозже. Давайте рассмотрим. Сейчас посмотрим. Давайте Honda CBR 600 за 50 тысяч рублей. Калининградская область, Балтийский городской округ. Я даже могу быть уверен, что он на ходу, потому что это Калининградская область, там все дешево. Ну, мотоцикл. Смотрите, какой живой мотоцикл. Такой пиздатенький. Я вообще такой хотел. Растаможенная область, видите? Продам 96 года, новая резина, без торга и осмотра. Вся информация по телефону. Я просто размещаю объявление. Информации по мотоциклу не владею. Ну, если он на ходу, с документами. Это цена соска. Забирать сразу надо. А давайте рассмотрим один китайский мотоцикл. Falcon Spitfire 250. По факту там 223 кубических сантиметра. Это... Ну, как бы, небольшая наебка от китайцев. Тут не 250 кубов, 66 тысяч рублей. Но он около, я не помню, 1090 обычный, водянка 120, 140 стоит. Так, продам мотоцикл в отличном состоянии. Небольшой пробег, но еду часто. Чё, блядь? Села, поехала, расход 3-4 литра, стоит на учете, на другом номере, с документами, все отлично. Пишите, звоните. Понятно. Ну, дорого за такой мотоцикл. Блять, и Масакиска Сарпион за 60, сука. Так, давайте последнее в этом выпуске рассмотрим объявление. Ямаха 250 кубов. Может, мы его и рассматривали, не знаю. Может, я сам просто искал объявление. Вид не очень. На полном ходу с оформлением в ГАИ. 250 кубов, 45 тысяч. Нормальная цена. А с вами был Мотобустер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорой встречи.